Так, ребят, все хорошо. Не верьте всяким гадостям. Что будет, то будет. Вот. Я сейчас как этот разговариваю. Знаете, как его зовут? Забыл. Хотела сказать Кашпировский, но даже не знаю, кто это такой. Поэтому я разговариваю как немножечко, как Кличко. Вас это больше устраивает? Если честно, сейчас наткнулась на видео в домовских группах, где Валера с Ирой, и такая хорошая пара. Так жалко, что расстались, правда, честно жалко. И вот видно, что Валера к ней относился как-то по-доброму, по-настоящему. Не то, что в предыдущий раз. Ну да ладно, шучу, ну да ладно, не об этом. Ну правда, он прям вот как-то к тебе со всей душой. Если есть, может, у вас какие-то шансы помириться, то, мне кажется, стоит помириться, вы гармоничны. Всем привет! Блин, у нас сегодня очень тепло, типа, ну, как бы солнце греет, но очень ветрено, и из-за этого холодно. Но все равно приятно, что солнце греет. Море прекрасно, смотрите. Море такое беспокойное сегодня из-за ветра, как видите. Я очень люблю море, очень-очень-очень сильно. Я считаю, что вода имеет нереальную силу. Я на нее смотрю, и мне даже иногда страшно, потому что вода реально для меня очень сильная стихия. Так вот, и особенно я боюсь моря ночью, когда оно сливается с темным небом и сливается в одно единое, получается. Это так страшно для меня. Тут какие-то странные скульптуры. Я даже не знаю, что это за скульптура. И о чем она говорит. Я даже... Такое ощущение, что что-то японское. Так, ну вот здесь написано, что это скульптура «La Ballerina». В принципе, все равно было бы несложно догадаться, даже если бы ничего не было написано. Первый вариант, вот он был сложнее, конечно. Там реально непонятно, что это за дама в пышной юбке. Смотрите, как у нас ветрено. Очень ветрено. Холодно. Ой, раньше, кстати, эта скульптура в другом месте стояла. Это тоже... Кстати, вот это тоже какой-то азиатский скульптор, походу, Йонг. Я давно видела эту скульптуру, она, кстати, очень красивая, на самом деле. Мне она очень нравится, но почему ее так закрыли, даже непонятно. Раньше она одна стояла вообще в другом месте. Но ветер, конечно, сегодня у нас сильный очень. Ну, я так думаю, что это друзья вот от той девочки самой первой. Видите, какую писюльчику мы прикрутили, краник маленький. И ей тоже косик сделали. Хоть почистили бы, еще и накакали. Ну, это, кстати, неплохо, и богатым будешь. Надо сюда шляпку положить, чтобы деньги клали, и все. Тебе будут больше, чем ей класть.